Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! И сегодня у нас развивающее видео, посвященное моторике, развитию моторики. Мы будем вышивать. У нас есть яблоко с червячком, который мы будем просовывать в дырочки на этом яблочке. И давай покажем нашим друзьям, что у нас за яблочко. Такое вот красивое яблочко с дырочками. И мы можем много-много раз просунуть червячка в дырочку. А потом покажем, какой есть вариант, если у вас такого яблочка нет. Как можно сделать все это дело подручными средствами. Динь, давай попробуем. Вот. Давай, просовывай до конца. Давай. Тренируем пальчики, ручки. Так, вот, мы уже один стежок сделали. Так, распутывай, распутывай, давай, не стесняйся. Нет, какой ты стороной пытаешься запихнуть? Какой стороной надо червячка засовывать в яблочко, Денюш? У нас есть с тобой сторона с веревочкой, а есть без. Вот ты стороной без веревочки должен дальше засовывать. Но так будет сложнее. Поверни другой стороной, Денис. Мама. Вот, ну мам тебе поможет чуть-чуть? Вот. Вышиваем, да? Вот. Давайте еще. Нет. Давай, ты сам можешь разобраться. Без мамы совершенно. Но этой стороной сложнее, Дениска. Разверни другой стороной. Так. Так, вот. У тебя есть кончик без веревочки. Нет, переверни. Смотри, возьми вот так вот. Возьми за конец с веревочкой. Нет, Дениска, смотри. Вот у тебя есть кончик с веревочкой. Вот смотри, как папа берется. Видишь? Ну давай, попробуй так и убедись, что так не получится. Идем. У тебя веревочка вместе с червячком там застряна. Вот, давай, держись так. Так. Вот видишь, как у мамы хорошо получается. Бери с мамы пример. Давай, вытягивай. Вытягивай. Отлично. Вот, друзья, видите, это у нас развивает работу пальчиков, кистей в целом. И, в принципе, логика тут тоже некая есть. Немножко включать приходится соображалку. То есть, куда надо червячка вставлять. И откуда он выйдет? Дениска, вот ты сейчас ставил, откуда выйдет червячок? У тебя вот снизу есть дырочка, да? Ты сверху засунул, снизу вышла. Давай. Оп, вот. Давай, вытягивай. Вытягивай с этой стороны. Я тебя подержу. Вот. Видите, вот у нас получилось такое яблочко. Все червивое. Все в червячках. Давайте теперь расскажем вам про простой способ, как можно сделать. Дин, смотри, мы сейчас возьмем пластиковую тарелку. Вот такую. Пластиковую тарелку. Сделаем в ней банальные дырочки. И просунем через них вот такую ленточку. Видите, у нас есть грузик. Какая милая прищепочка вот у нас есть. С помощью которой мы будем в эти дырочки засовывать нашу ленточку и также вышивать. Давайте я пропущу этот момент, и мы сразу перейдем к моменту, когда у нас тарелочка наша готова. Друзья, смотрите. Вот это у нас сделаны дырочки в тарелке. И сейчас мы будем делать то же самое. Динь, давай возьмем кончик ленточки и будем сувать в дырочки. Не буду. Так у тебя сейчас получится. Не все же сразу получается. Давай, засовывай в дырочку. Смотри, я начну. Так не видно нам. Так, вот пальчик у тебя получается засунуть. Давайте начнем. Так, чтобы было видно. Я подержу. Вот. Давай, один просовывай. Давай в центральную. Отлично. Так, вот, у нас уже есть стежочек, у нас один есть. Давайте куда-нибудь наверх. Вот, видите, как ребеночку нравится эта процедура вышивания? Это помогает развивать мелкую моторику очень хорошо. Ну, правда, тарелку можно быстро порвать. Но зато это совершенно простой и бесплатный метод.
если вы не хотите покупать никакие яблочки, то есть это можно сделать из пластиковой тарелки. День, давай продолжим, еще немножко, пару стежков сделаем. Нет? О, у нас она уже хорошо привязана, между прочим. Ну давайте мы. Так, давай, просовывай. Отлично. И вытягивай с другой стороны, вытягивай. Вот она у тебя где. Давай, тащи, хватай ее за... Вот. Вот, видите, мы зашиб... Ну, правда, мы уничтожили тарелку. Ну, ничего страшного. Друзья, вот такими способами можно развивать мелкую моторику. На сегодня мы с вами прощаемся. С вами был Baby Go. До новых встреч, ребят. Ставьте нам пальцы вверх и подписывайтесь. Денечка, пока-пока.